Так, что мы тормозим? Прям вообще до полной остановки. Чук-чук-чук. Предупредим сзади идущих. Там гаишники, видимо, кого-то паркуют. А там авария у нас. Скорая стоит. Ой, там носилки, ё-моё. Дай бог здоровья вам, ребята. Кого-то походу. Ага, вот он. Мерседес у нас. Мерседес. Ребят, оставляю ссылку в описании к этому видео на ВК-группу «Путь дальнобойщика». Если у вас не получается смотреть ролики в Ютубе, то ролики будут дублироваться в ВК. Это делается для того, чтобы было вам удобно смотреть. Если YouTube не работает, не открывается, знаете, есть в ВК группа «Путь дальнобойщика», туда выкладываются видеоролики. Также можете туда предлагать свои видеозаписи, какие-то истории, новости, фотографии, предложить запись, отправляете, и на стене это все будет публиковаться. Также можно там и обсуждать, и разговаривать, все-все-все. Короче, кому интересно весь этот «Ты ж Париж», то подписывайтесь. Ссылка будет в описании к видеоролику и в закрепленном комментарии. Что сегодня день ДТП. Машина улетела в кювет. Это я уже к Кемерово подъезжаю, на кольцо ушел в сторону города. В Кемерово стоя конкретный. На Терешково стоят, здесь стоят по центру. Ну, либо не по центру. В общем, с обоих сторон ремонты. Там мост ремонтируют, здесь вот тут что-то тоже ремонтируют. Было бы грамотно объездную, тут же объездную строят Кемерово. Было бы грамотно сначала объездную открыть, потом тут ремонтировать. Ну и, конечно, река Енисей, как же без нее? Красота. Вот пошла нормальная дорога, подъезжая к Братску, начались плиты конченые, блин. Я поражаюсь, конечно, почему тут этот участок не могут доделать. Такая отличная дорога от Тулуна до Братска. Асфальтированная, классная дорога. Ну вот есть два участка, вот с этими плитами, я не знаю, километров 30, наверное, скачешь, как на лошади, короче, едешь. Тудук-тудук, как на поезде, блин, тудук-тудук-тудук-тудук. Потом участок будет асфальт и опять плиты. Что за тема такая, ни хрена непонятно. Ну еще ладно бы плита ровная была тут с такими вот волнами. Ай-яй-яй, блять, прыгает тут дорога на Братска. Надо будет аккумуляторы потом проверить. Корзина. На Мерседесе слабое место, вот эта аккумуляторная корзина. После таких трясучек и аккумулятору нужно ставить ПДФ, по-моему. Короче, вибростойкие, ударостойкие. Обычные аккумуляторы на хвосте стрясываются. Надолго их не хватает. Особенно если часто вот по таким дорогам ездить. Спанули бы сверху асфальтом, застелили бы это сюда и все. В чем проблема-то, не понимаю. О, хорошо как идет. Ай-яй-яй-яй-яй. Я так не могу. Мне кажется, у меня колеса отлетят нахер. Утро доброго. Утро доброго всем. На нее специальное средство от мух. А вот чистенько теперь. Теперь все красиво. В общем, мы в Братске. У нас утро. Город Братск, ну это уже выезд, тут плотина ГЭС Братская будет, тут Пятерочка останавливался, сходил в Пятерку, продуктов докупил, машину заправил, и будем сейчас трогаться. Завтрак у нас, знаете какой? Банан и йогурт. Есть особо неохота, сейчас пока едем, позавтракаем. Ночевал сытый папа. Плов там не берите. Я помню давно, еще в году 20-м, наверное,
Я жил как-то на этой стоянке, Святый Папа, несколько дней, попал на праздники тогда, на 23 февраля. И мне казалось, что кухня была лучше. Что-то, я не знаю, может, я не то взял, но плов ужасный, вообще не берите, это просто каша. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Остановился на стоянке, в кафешку сходить, машину обхожу. И что-то у нас где-то шипит. Во-первых, немножко. Что-то где-то у нас тут шипит, хорошо прям шипит. Все, я переоделся, готов залазить под машину. Блин, выкинул, да, я. Картонка у меня была такая хорошая. Я ее куда-то, что-то, не помню, куда-куда-то делал. Так, под машину залазить у нас один только путь. Это вот здесь. Вот так вот приходится это делать. Оп. Так. И что? И что? Откуда ты? Все первым же касанием нашел. Протерлось. Представляете? Два шланга. Нет, только вот это место у нас протертое. Друг от друга шоркались, пожалуйста, результат. И, пожалуйста, результат. Вот тут тоже будущая дырка. Сюда нужно. Какие-то, ну это естественно фитинги ставить, и потом на будущее будем на базу какие-то резинки прокладывать, резать шланг и одевать сверху, как-то защищать. То, что вот так вот терлось, пожалуйста, результат вот вам, вот оно и протерлось. Он себе там настолько ямочку проделал, что вот так вот прикладываешь. И он перестает травить воздух. В общем, максимальные фитинги, которые у меня есть. В общем, самые большие фитинги это на 14. Вот у меня такие вот два штуки есть. Блин, больше нету. А трубка, я не могу понять, что за трубка там у меня такая. Ну, насколько я имею в виду. Короче, ехать-то можно. В магазин найду, куплю самые большие фитинги. Прям, чтобы у меня их было разные-разные. Вот. Трубку померить у меня нечем. Так что поедем.
будем делать уже это возле магазина, либо купить их, либо прям при магазине делать, чтобы не получилось так, я ее обрезал, фитинг не подошел. Сходил, перекусил, пообедал и поехали поработаем. Сейчас будем по пути искать магазин, найдем фитинги разных размеров, ну я объяснял, да, чтобы не попасть в такую ситуацию, что я его обрежу, а у меня фитинг не подойдет. И лучше всего ремонтироваться прям возле магазина. Ну и либо вот прям их много-много-много-много разных купить, прям всех размеров. У меня есть вот максимально 14, но надо побольше взять. На вид вроде как подойдет, но как бы рисковать нет желания. Да, это мне не Челябинск, Новосибирск ездить. Подъемчики здесь хорошие, вон, скорость 28 км в час. Ползем. Камера навряд ли передает крутизну подъема. Вот хорошенький подъем, 12%. Как-то я здесь висел, я помню. Поехал я пустым сюда, и как раз в лютый снегопад попал. Висел. Ну как висел, я потихонечку карабкался, закарабкался. Ну был такой момент, да. Вот он этот поворот. Ну мы таких поворотов с вами уже миллион проходили. На Байкал ездили. Так что для нас это цветочки. Тут в Абхазию ездил. Здесь сочинские, блин, перевалы. Тоже интересно так проходить. Грузовики там прям проходят отбойниками. Вот так вот чуть ли не цепляют. Объезжаю по объездной, можно и по городу проехать, но я, короче, решил по объездной проехать. Там знак висит, 16 тонн, по-моему, ограничение. Но больше из тех соображений, чтобы посмотреть другой заезд в город. Я в порту, ребята, заехал, машин здесь очень много. Мне нужен 28-й склад, короче, прямо едем, ищем 28-й склад. Вот краны здесь стоят. Очень-очень надеюсь, что меня быстро выгрузят. Но хотя смотрю, сколько машин стоит. Не знаю. Так, а что где написано-то, нет? Какой номер склада? Посчитать надо было. Так, вот типа какой-то проезд есть. Вот, наверное, это вот этот проезд. Хорошо, что заехали на территорию, потому что что-то поговаривают. Здесь в городе машину лучше не оставлять на ночь. Колеса снимают, запаски снимают. Не знаю, я ночевал, сутки стоял в прошлый раз. Ждал выгрузку, нормально все было. Так, 28-й склад мне нужен, будем искать. Я на территории порта. В общем, сказали, утром разгрузят, но могут и ночью. Я по своей глупости сказал, давайте ночью. Сейчас думаю, блин, нахрен я это сказал. Спал бы, спал нормально, утром разгрузился. Ладно, шумит автономка. В общем, сейчас обход делал, вокруг машины обходил. Смотрите, что я заметил. Так, во-первых, резинка. Уже будет заклеить, ладно. Вот самое главное. Две гайки было. Вот. Вибрация, ну дорога. Сейчас мы это закрутим. Потом еще, смотрите, вот хороший момент, тут видно, что тоже с места сдвинулось, видите, что шайба была левее намного. Вот у нее чистое место. И вот сюда вот открываешь, виден зазор. В общем, растянулось, разболталось у нас палетник наш, ящик.
Надо сейчас будет протянуть все. Пойдем с той стороны посмотрим. Так, здесь у нас давай посмотрим. Темно уже, сумерки. Ну, как бы, видимо, это все нормально. Но мы сейчас, короче, просто протянем, все по кругу пройдем. И все. Все будет красиво у нас. Машину помыть хочется, грязная очень. Ну, погода. Протягивается он. Ящик по кругу пошел. Начинаю с того. И вроде бы было все хорошо, да? Но вот смотрите, он тянется. Так что время от времени нужно проходить, протягивать. Свободная минутка есть. Чуть пошел и протянул. И все вот так вот. Это нормально сидит. Так, этот. Посмотрим. Тоже пойдет. Там внутри рамы они стопудово никуда не денутся, потому что они с резьбой, не с резьбой, с гранями. Его оттуда молотком нужно только выбивать. Так, это интересно. Не, четко. Тут один только был раскрученный, вот этот вот. Это он такой не раскрученный, а слабоват. А действительно раскрученный у нас с той стороны. Какая машина грязная. Как помыть тебя хочется. Помыть тебя надо. Погода. Так. Видите, что? Вообще тоже раскручено. Сторона у нас почему-то хорошо раскрутилось. Сейчас посмотрим этот. Тут головку нужно, тут ключом неудобно будет. Мокрый. Эта сторона прям вся раскрученная. Так, и нужно будет нам гайку приобрести. Либо до базы ехать, постоянно подкручивать. В порту ремонтироваться нельзя, типа. Но я все думаю, прям вот ага, кто-то ко мне подойдет и скажет, что ты тут гайки, блядь, крутишь. Утро доброе. Открыл крышу, выгружаемся. Убираю ремни. Все у нас в порядке. Все у нас доехало. Все стоит. Ну, вот эти вот на хвосте ящики маленько раскидались. Ну и хрен с ними. Ничего страшного в этом нет. Страшная штука, это эти кальмары. Так, мне бы развернуться. Я что сюда поехал? Мне нужно где-то раскрутиться. Можно здесь. Вот так вот назад сдам. Я разгрузился, если что. Аварийку включим. В каждой непонятной ситуации включая аварийку. Или туда проедем. Ладно, тут хороший широкий перекресток. Здесь попробуем раскрутиться.
Смотрите, он везет его, как он у него шатается. А ведь он, наверное, груженный. Он его просто берет, как щенка. Представляете, мощь у него какая, у этого кальмара. Форочки закрыл, чтобы не так громко было. Просто над кабинами его везет. Не знаю, как это выглядит на камеру, блин, но вживую это прям впечатляет. Такая махина едет. Это еще маленький кальмар, тут желтый ездит, он еще здоровее. Это вот, ребята, порт. Такая здесь движуха. Меня разгрузили. Сейчас сказали минут 30, и документы будут готовы, и едем с вами совсем недалеко на погрузку. Вообще, эта погрузка вот где-то вон там, если вот так вот напрямую. Но мне придется выехать, вокруг все это дело проехать. Так, вот это вот, тут здесь меня разгружали, видите, сухое место. Я стоял, дождик здесь шел. Эти вот длинные штуки мы привезли. Ящики, коробки. Это вот все было у меня в машине. Там, кстати, слева река. Короче, я вам скажу по чесноку. Видите, резинка лежит. Ну, поменьше, правда, потоньше. Я ее в палетник закинул. Под прокладочки на трубке. Ладно, никому так не говорите. Но она такая ненужная, в общем, никому была. 100%. В общем, взял я штангу циркуль. Такой. Небольшой, какой я прям и хотел, чтобы было поменьше, чтобы удобно было им везде подлазить. Вот эти маленькие. Трубку раз померил, и все, ты уже знаешь, какой тебе нужен фитинг. Очень, конечно, это вещь нужная. С футлярчиком. 1800 стоит. Ну, блин, нужен. И фитингов набрал. Именно больших размеров. Ну, как бы и маленькие там взял, короче. 16-е, 15-е, 14-е. Хотя 14-е у меня были. Ну и пускай будут 15-е. 16-е максимально, что у него было. Все. Ну, тут еще я взял 10-е. Как бы они у меня есть, ну пускай будут. Ладно, уже лучше пускай не будет. Восьмерка. Вот. Короче, фитингов набрал. А я показывал, еще видно было, наконец. Вот, фитингов набрал, штангу взял. Все, пока пускай тут полежит. На пол берем, мало ли что-то там. Поехали на погрузку. Там уже, если будет время, поменяем. Там уже поменяем. Все, у меня вышло на 2555. Красивый номер. Три пятерочки. Вот магазин. Автобус, запчасти, короче. Нормально. Тут еще где-то есть справа, я туда смотрел. Так, а нам здесь направо, да? Вон туда, куда. Куда типа аккумулятор. Вот тут, по-моему, тоже есть магазинчик. Это запчасти. Так, вот сюда по стрелке мне. Пешеходным красный. Что-то парни вообще на броне идут, похеру им. Опа, как интересно, сейчас не габарит пройдет. 4,5 высота. Но вот видите, рамка стоит, если рамка пройдена, значит и мост пройден. А, нормально, он прошел, по-моему. Она проходит, когда. А, нормально проходишь. Как будто тебя кто-то спрашивал, бля. Что, начинаем наш ремонт. Воздух я практически стравил. Сразу подготовил резинку. Помните, это моя это вот тонкая часть, мы ее будем вырезать. Это, так скажем, на время. Вот. И вот эти места, где соприкасаются, мы, видите, вот. А, ну это уже протерлось. Вот эти вот места вот везде соприкасаются. Вот эти вот. Вот эти вот. Три шланга, да, могут перетереться друг об друга. Вот эти. Потом на базу приедем, конечно, по-хорошему
это все вообще в отдельные жгутики сделать, чтобы красиво было у нас. Вот. Так что сейчас фитинг поставим, замерим вот эту трубку, вот она у нас на ресивер идет. Мне прям интересно, в общем, сколько она, где наш новенький. Пятнадцатый, что ли? Получается, что так. А у меня 15-й есть. 16-й точно есть, а вот 15-го, сука, по-моему, нет. Вот он, 15-й есть у нас. Короче, либо 15-й, либо 14-й. 15-й. Фитинг поставил. Все, следующее у нас процедура. Это вот этот вот соседний шланг, который он обтерся уже. Видите, тоже ямка. Не знаю, конечно, как там видно. Все, сейчас вот так вот резиночку сюда сделаем. Вот, и уже прямого соприкосновения не будет. Хомуты у меня все есть. Две пачки даже. Вот, и будем дальше смотреть тоже. Тут уже начало протираться. Пластиковые трубки протираются, они, конечно. Тоже раз прокладочку так вот сделаем сюда. Красиво будет. Ну, хотя бы, знаете, чтобы вот до базы доехать, а там уже шванчики какие-нибудь сейчас, ребят, попрошу. Шванчики, чтобы сделали. Ну, вот что-то типа такого. То есть обе трубки изолирую, еще и между собой их крепляю, чтобы, короче, у них хода не было, чтобы они плотно друг к другу прилегали. И тогда все нормально будет. Они почему трутся? Потому что они так вот, допустим, они где-то между собой находятся. И вот так постоянно вот шоркаются, шоркаются, шоркаются. А если они будут между собой вот так плотно сидеть, да плюс еще резина, вечная это просто будет система. Вот, и тут вот видите, вот место, вот допустим, вот тоже трубка вот так вот. Но она еще чуть-чуть тут протерла, совсем чуть-чуть. Но есть, тоже сейчас сделаем. Вот. Я и говорю, что по-хорошему просто каждый шланчик чук в резиночку одел, также хомутиками сделал. Вот. То есть вот это место сейчас по-любому подложим. А, вот это тут вот тоже важно, я, видите, изоленты тут намотал, чтобы поменьше шоркалось. Но это херня с изолентой, это чисто вот до места ремонта как бы. Сейчас я это сделаю тоже, тут вот серьезное место шоркается хорошо. Все, накачали воздух. Тишина, ничего не шипит. Ленивец уже поднялся. Нормально. Все, четкое соединение. Вот. Ну, на базу приеду, возможно, поменяем этот фитинг на железный. Это такие, ну, опять же, как показывает практика, бывает, поставишь временно его, и он так и ходит. Как говорится, то, что временно, то постоянное. Вот. Ну ладно, все, воздух, утечку устранили, это хорошо. Сейчас, знаете, что мы будем делать с вами? Один момент. Я, правда, это ни разу не делал, но я думаю, тут ничего сложного нету. Хочу поднять немного прицеп. Взял рулетку. Расстояние хочу померить. 113-114 примерно. И на прицепе, на хвосте. Чуть-чуть поднять хочу хвост. Охренеть. На себе разница. 102. Ну да, вроде как бы, ну типа ровная поверхность, но на машину издалека смотришь, хвост ниже. Хомутик вот этот вот расслабил. И так вот потихоньку. Так, оперка где у меня? Вот она. И потихонечку вот так вот вверх ее приподнимаю. На одной рукой неудобно. Но что-то вроде пошло какое-то движение вверх. Сука, неудобно одной рукой подожди. Надо на голову крепление.
Так, давайте сейчас еще камеру разобьем. Сука. Неудобно одной рукой это делать. А за креплением ногового уйти лень. Не знаю, что там видно. Чуть-чуть совсем поднялось, как будто бы. Оно и без рулетки видно, что поднялся прицеп. Соответственно, перед у нас должен опуститься. Я рассчитывал, что еще здесь как бы больше расстояния будет. Ну, возможно, так и получилось. Это же у нас вот так было, сейчас он выровнялся. Ну, на взгляд. Так, 114, по-моему, было. Ну, примерно. Конечно, конечно. Ну, даже на взгляд. Ну, примерно 104, да? А, 114. Нет, так и осталось. 114. Подожди, 102 же было. 102 же было, да? Поднялся. Я и говорю, взгляду видно, что поднялся. В общем, на записи потом посмотрю, что я забыл. Тут 114, а там, по-моему, 102 примерно. Конечно, поднялся. Что тут говорить? Так почему тут не опустилось? Самое главное, что поднялся. Да, все нормально. Оно и так видно, что поднялся. И здесь больше как будто бы расстояние стало. Ну и соответственно палетник у нас поднимется. Пускай там эти 5-10 сантиметров, но это огромная, огромная роль играет. Вчера тут прибрался, в мешки все убрал. Эти провода прикуривать, шланг подкачки. Конечно, поднялся. Прицеп явно повыше стал, сантиметров на 5, на 7, наверное. Насколько я там шток этот вытащил. Но оно видно, видно. Даже сейчас фотку сравнивал с другой фотографией. По колесам, по вылету. Видно, что повыше стал. В принципе, нормально. Издалека еще посмотрим. Издалека раньше прям вообще заметно было, что прицеп хвост ниже. Что хвост ниже. Чуть-чуть я вижу, да. Он все равно ниже, но поднялся в любом случае. Нормально. Стоим, ждем погрузку. Но что-то сегодня нас, походу, не хотят грузить. Походу, на завтра только.